В честь 80-летия ГАИ управление ГИБДД в Якутске поблагодарило организации, которые помогали охранять общественный порядок и безопасность дорожного движения. Это 15 организаций, которые тесно взаимодействуют с инспекцией. В их числе Министерство транспорта Якутии, Финансервис, Национальная вещательная компания САХА, а также Управление автомобильных дорог. Представителям организации вручили благодарственные письма, символические значки, а также книги, в которых рассказывается история ГАИ с 1936 года. Конечно, без них мы никуда. Они нам оказывают именно в обеспечении соблюдения правил дорожного движения с другими участниками. Так как здесь основная масса есть инициативная группа, это которая нам оказывает именно выявление тех участников, которые совершают допускают грубые нарушения правил дорожного движения.